Подачу электричества возобновили ночью в пострадавшую от пожара часть Борзи. Об этом сообщили ПАО Россети Сибирьчатэнерго. Воздушная линия электропередачи напряжением 10 киловатт, питающая пострадавшую от пожара часть города Борзи, введена в работу в штатном режиме в 1:20 ночи 2 мая. Соответствующее разрешение от МЧС и ЕДДС Борзинского района получено, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что электричество было частично отключено в Борзи ради безопасной работы пожарных. Напомним, 9 жилых домов загорелись на улице Новосельская. В результате возгорания сухой травы в Борзе началась эвакуация местного населения. Также огонь перекинулся на модульную котельную. Очевидцы сообщали, что пожар начался с городской свалки.